Пример идеальных приемов пищи. Идеальный завтрак. От 4 до 6 яичных белков плюс 2 целых яйца. Одна порция овсяной каши. Один банан. 525 калорий, 38 грамм белка, 59 грамм углеводов, 15 грамм жиров. Почему? Яйца – универсальная основа бодибилдинга, а также простой в переваривании белок, дающий мышцам толчок к росту. Овсяная каша содержит богатые энергии углеводы, а бананы содержат фруктозу и калий, которые поддерживают образование гликогена в печени и мышцах для минимизации разрушения мышечных волокон. Заметка хардгейнерам, тем, кто набирает вес. Овсянку можно заменить на манную кашу. Заметка жиросжигателям. Использую вместо цельных яиц только яичные белки. Таким образом, ты сведешь к минимуму содержание калорий и жиров в завтраке. Также замени банан одной чашкой клубники или другими фруктами, кроме винограда. Идеальный обед. От 170 до 250 грамм постного говяжьего мяса. 2 чашки макарон и твердых сортов. 3 четвертых чашки брокколи. 700 калорий, 60 грамм белка, 83 грамм углеводов и 13 грамм жиров. Почему? Для строительства мускулов нет ничего лучше мяса. Оно содержит креатин, все необходимые аминокислоты, а также полный спектр витаминов группы В. Кроме того, оно насыщено железом, катализатором при производстве энергии. Паста содержит углеводы, которые так необходимы для энергии, а брокколи создает соединение, поддерживающее баланс жиров в нашем организме. Заметка хардгейнерам. Выбирай нежирную, а не постную говядину. Около 10-15% жира, лишний жир и калории замедлят сжигание гликогена и белка, что улучшит мышечный рост. Заметка жиросжигателям. Следи за количеством потребляемых углеводов во время обеда. Съедай только одну чашку макарон и двойную порцию брокколи. Это даст тебе немного калорий и большое количество клетчатки. Так ты сможешь контролировать калории и чувство голода. Идеальная предтренировочная закуска. За час до тренировки. Одна чашка обезжиренного творога. 4 ломтика ржаного хлеба с 2 столовыми ложками виноградного варенья. 532 калории. 35 грамм белка, 89 грамм углеводов и 4 грамма жиров. Почему? Во время тренировки белок из творога попадает в кровь и приостанавливает распад мышц. Виноградное варенье дает сахар, который поднимает инсулин, также минимизируя разрушение. Ржаной хлеб – это медленный углевод, предотвращающий снижение сахара в крови. Заметка хардгейнерам. Положи в качестве добавки еще полчашки риса. Заметка жиросжигателям. Просто творога может не хватить, в крайнем случае съешьте ломтик ржаного хлеба. Идеальный перекус в любое время. Бутерброд из индейки. 2 ломтика цельнозернового хлеба. 2-3 пластинки обезжиренного сыра. 3-4 пластинки грудки, индейки, горчицы и обезжиренный майонез. 316 калорий, 36 грамм белка, 34 грамма углеводов, 4 грамма жиров. Почему? Удобство, а также столь необходимый 6-й прием пищи в день. Сбалансированное сочетание белков, углеводов и жиров в этом бутерброде идеально подходит для строительства твоих мышц. Заметка хардгейнера. Выпей стакан нежирного молока и съешь кусочек фрукта, если твой метаболизм выше среднего. Заметка жиросжигателям. Выбирай хлеб с пониженным содержанием углеводов, чтобы держать калории под контролем. Идеальный ужин. Одна куриная грудка 220 грамм. Один батат или сладкий картофель 603 калории, 69 грамм белка, 61 грамм углеводов и 7 грамм жиров. Для набора немного риса или других сложных углеводов. Для сжигания только куриная грудка и овощи, зелень. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент и тренируйся с нами. Всех обнял!